Всем привет, снова я, Серебряков Сергей. В общем, у нас на этой неделе легкие тренировки, условно легкая неделя. Она нам нужна для того, чтобы у Вики, либо у другого спортсмена отдохнула эндокринная система. Потому что железы не могут выдавать постоянно много гормонов, и нужно отдыхать. Также сегодня мы наконец-таки замерились. Пришел электронный калипер. Отныне у нас все измерения будут более точны. Не какими-то пластмассовыми ерундашками. По Вике уже визуально видно, что у нее бока немножко подтянулись, животик чуть поменьше стал. Сергей заметил, что у меня сзади что-то там подтянулось. Это супер. Я надеюсь, что дальше будет подтягиваться все больше и больше. Сегодня делали мы ноги. Жим в тренажере, причем уже в новом тренажере, в этом мы ни разу не работали. Принцип тот же самый, что и в сидячем, ну, чуть-чуть различия. Многие не верят, но я вот сегодня делала жим вот с таким количеством блинов. Тут, наверное, больше 150, я думаю, да. Вот, ну, было здорово. А второе упражнение новое, делали тягу, ну, условно, к подбородку, хотя там до подбородка очень далеко еще. Ну, развивает это упражнение среднюю дельту. На следующей неделе у нас будет уже силовая, будет тяжелая тренировка. Ну, вообще вся неделя будет тяжелая, она будет необычно тяжелой для Вики, потому что там я ее нагружу, и тело уже у нее, в принципе, готово к нагрузкам таким. Поэтому ей будет уже не весело. Я надеюсь, все-таки мне будет чем похвастаться. Надеюсь, дальше все будет лучше и лучше.